Экологическая акция по уборке и озеленению прошла в субботу и на территории Дома дружбы в Караганде. Представители этнокультурных центров и молодежных организаций Ассамблеи народа Казахстана приняли в ней активное участие. Коллективные акции по уборке города и озеленению повышают экологическую культуру горожан. Дом дружбы – это символ единения всех народов, знаковое место для нашего города, где каждый год появляются новые елочки, посаженные участниками всех национальных центров. Акция посвящена ко Дню единства. Участники акции внесли посильный вклад в благоустройство прилегающей территории Дома дружбы. В 2019 году мы занимались озеленением, посадили деревья, и вот сегодняшний день мы приурочили, чтобы почистить территорию, проверить вот это озеленение наше, чтобы посвятить Дню единства народов Казахстана. Это действительно хороший, грандиозный праздник, День единства народов Казахстана, посвященный всему Казахстану, чтобы в Казахстане люди были едины, дружны и сплоченные. Такой торжественный день, это называется единство народа, вот чистоту провести нашего города. Это чистота, это красота, это дружба, вместе, все это мы трудимся и чистоту наводим. Это же такое радостно, это же так красиво. Несмотря на ветреную погоду, прошлогодняя листва, мусор и сухие ветви были оперативно убраны. В акции приняли участие молодежь этнокультурных центров. Пришел поддержать субботник в нашем городе. Сейчас у нас половина находится здесь, половина в парке убираются. В преддверии Дня единства народов, чтобы город был чистым к этому дню. Хотелось бы, чтобы все жители Караганды собрались, хотя бы сегодня-завтра убрали перед этим днем, чтобы все было чисто, все было красиво, все было на высшем уровне, чтобы знали, что Караганда – самый чистый город. Хорошее настроение коллективов отразило уютную атмосферу субботней уборки. Мероприятия по озеленению будут продолжаться. Ирина Григорьева, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, Пятый канал.